Побеги на моих кустах переросли верхнюю проволоку и свисают над междурядьями. То есть тем самым они затеняют междурядья и затеняют нижний полог листьев. Солнце меньше сюда попадает. Некоторые начинающие виноградари борются с этим явлением радикально. Все хвосты, которые свисают выше верхней проволоки, они обрезают. Но этого делать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что ягоды в ваших гроздях питаются за счет листьев, выросших на побеге выше грозди. И верхние, вот эти верхние листья находятся в наиболее выигрышном положении. Они лучше освещаются солнцем. То есть их фотосинтезирующая активность наиболее высока. Они вырабатывают основную массу, основное количество питательных веществ, которые питают ваши грозди. То есть удалять их ни в коем случае нельзя. Но что же делать в этом случае? Они ведь вроде бы мешают. На своих кустах я применяю такой метод. Возможно, он вам пригодится. Я поворачиваю верхушки, вот эти вот хвосты, верхушки побегов на 90 градусов. То есть вот так. И располагаю их вдоль шпалеры, как бы переплетая несколько между собой. Таким образом я располагаю свои побеги вдоль шпалеры. Они не затеняют нижний полог листьев, они не затеняют междурядья. И в то же время они также находятся в выигрышном положении, находятся наверху верхней части шпалеры. Также освещаются по-прежнему солнцем и вырабатывают полезные вещества для питания моей грозди. Вот, пожалуйста. Вот таким образом. Возможно, этот метод кому-нибудь из вас понадобится. Придется по душе. Вот такой вид приобретает моя шпалера. Как вы видите, хвосты не висят над междурядьем. Прекрасно расположены вдоль шпалеры, освещаются солнцем и открыли доступ солнцу на плоскость, одну из плоскостей шпалеры. Попробуйте, вам понравится. И еще предупреждаю, ни в коем случае в это время не обрезайте концы побегов. Это можно будет сделать только в конце августа, во время прекращения ростовой активности ваших кустов, когда верхушки побега, коронки, выпрямятся. Тогда можно будет произвести чеканку, удалить 25-30 сантиметров верхней части побега. Вся листва, которая выросла на кусте, должна работать для его питания. Она вырабатывает пластические вещества, которые накапливаются в старой древесине, в корневище, и подготавливает ваш куст к хорошей нормальной зимовке и закладки хорошего урожая на следующий год. Удачи вам!